Здравствуйте! Прогноз погоды на телеканале Хабар. О метеоявлениях в стране на 25 мая расскажу вам я, Екатерина Жакишева. На север Казахстана продолжит поступать очень теплый воздух из субтропического пояса Азии. В Кокшетау никакого заслона солнечному свету не ожидается. После полудня 35 выше нуля. В Кустанае жара установит региональный рекорд – плюс 37. В Петропавловске осадков не будет – 36 градусов. На западе Казахстана задержится аномально знойная погода. И только на побережье Каспия морские бризы немного освежат воздух. В Актобе снова начнет сильно припекать – 36 жары. В Уральске облачные поля не принесут прохлады – 37 градусов. В Атырау солнце раскалит город до 38 тепла. В Актау дневной максимум достигнет 30 выше нуля. На юге Казахстана небо останется ясным. И ничто не помешает солнцу прогревать остывший за ночь воздух. В Туркестане суточный температурный пик установится на 36. В Кызылорде продолжит гостить аномальная жара – 37 градусов. В Шымкенте переменная облачность без дождя – 34 по Цельсию. В Таразе во второй половине дня – 32 выше нуля. В Толбек-Кургане сохранится сухая погода. Столбики термометра все еще за пределами своей климатической нормы – плюс 33. Небольшой волновой циклон обеспечит небо облаками, но осадков ждать не стоит. На востоке Казахстана тоже солнечно. А самая высокая температура окажется на севере при Иртышье. В Усть-Каменогорске заметно потеплеет, значение поднимутся до 30 градусов. В Семее метеорологическая обстановка приблизится к летнему уровню – плюс 32. В Павлодаре наступит настоящий июльский зной – 37 выше нуля. В центре Казахстана условий для развития дождевых туч не будет, и жара продолжит набирать обороты. В Жезказгане снова обещает день быть сухим и ясным – плюс 37. В Караганде небо останется чистым, погода только порадует горожан. Температурный максимум обновится, показатели достигнут 33 градусов. В Алматы облачная дымка сделает небо серым. Ветер умеренный – до 6 метров в секунду. Ночью уровни термометров поднимутся до плюс 16. Во второй половине дня ожидается 30 выше нуля. Атмосферная давление снизится и составит 685 миллиметров ртутного столба. В Нур-Султане будет ветрено с порывами до 8 метров в секунду. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18. Днем солнце прогреет город до 35 градусов. Так что жителям столицы рекомендуется, выходя на улицу, взять с собой бутылочку воды. Барометры снизят свои значения и покажут 732 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле останутся спокойными. А это была метеорологическая служба телеканала Хабар. Хорошей погоды!